Добрый день! Представляем вашему вниманию видеоинструкцию по установке и настройке робота-помощника Stop & Profit. Запустите Quick, введя логин и пароль. Откройте диск C и скопируйте папку с роботом, который у вас придет в архиве Xelius в корневой каталог диска C. И щелкнув правой кнопкой мыши по нему, выберите «Извлечь текущую папку». Извлекаем. В корневом каталоге на диске C появляется папочка Xelius. Зайдем в нее. Здесь краткое руководство пользователя. Конфигуратор Xelius Script конфигуратор для настройки параметров Stop & Profit. И папочка Stop & Profit, которая находится в File Security. И сам программный код Stop & Profit. Настроим все это в Quick. В Quick меню таблицы выбираем портфели, задать портфель или просто нажимаем Ctrl F10. Выбираем наш программный код Stop & Profit. Нажимаем открыть, загрузить локально. Вот появилась ваша программа Stop & Profit. Выход. Следующее действие. Таблица. Портфели. Доступные портфели. Или нажимаем Ctrl F11. Выбираем. Выделяем мышкой программу Stop & Profit. И ставим период расчета 1 секунда. Это необходимо для более быстрого выставления стопов. Нажимаем «Применить». Далее. Таблица. Портфели. Просмотр портфеля. Или нажимаем Ctrl F12. Выбираем наш портфель Stop & Profit. Добавить все. И «Да». Появилась наша табличка. Обратите внимание. Если не выводится тикер или в окне Info появляется какая-то ошибка, значит, возможно, у вас не настроен файл параметр. Настроим его. Настраивается файл параметров и меняются параметры стопа и профита через Xelius Script конфигуратор. Он находится на диске C папочки Xelius. Вот он. Запускаем его. Далее. Мышкой можно перетянуть его в удобное место. Нажимаем «Выбрать скрипт». И опять же на диске C в папке Xelius. В папке Stop & Profit заходим. Выбираем наш программный код Stop & Profit. Открыть. Появляется окно настройки параметров. Опять же, его можно перетянуть в удобное место. Торговая площадка. Выбираем Forts. Код бумаги. Давайте настроим его на фьючерс Газпрома. Набираем код бумаги. Код класса у вас уже автоматически с PBFood подставлен. Выбираем тип стопа. Давайте выберем тип трейлинг. Размер стопа для Газпрома зададим 15 пунктов. Защитный спред или проскальзывание достаточно 10. Трейлинг стоп. Этот поставим его, например, 20. Он будет чуть больше, чем стоп. Размер тейк профита поставим 40. Защитный спред профита проскальзывания поставим тоже 10. И величина отступа. Подставим 0. Наш take profit будет срабатывать сразу, как только цена подойдет к линии профита. Здесь еще есть галочка. Удалять стоп заявки, которые не являются заявками Stop & Profit. Если галочка стоит, то все заявки, которые не являются связанной заявкой
стоп и профит будут удаляться. Если галочку убрать, то можно выставить будет заявку, например, дополнительно стоп-лимит или take-profit, и робот на них внимания обращать не будет. Это нужно, например, если мы хотим дополнительно выставить заявку типа стоп-лимит или take-profit при игре на пробой, например, какого-то уровня. В обычном режиме рекомендуем галочку оставить. Нажимаем «Применить». И смотрите, у нас появляется тикер Газпрома. Все, никакой ошибки не выдается. Все столбцы заполнены. Все работает. Далее, конфигуратор можно либо убрать в трей, нажав «Да», либо совсем закрыть. Для работы программы он не потребуется. Он нужен только для настройки параметров. То есть, если что-то мы хотим изменить, например, размер стопа, профита, или поменять трейлинг стоп на статичный. Все, закрываем. Вот эта вот программа, вот эта табличка с параметрами должна быть либо видна, либо мы ее можем свернуть. Но не закрывать. Если вы ее закроете, выставляться стоп не будет. Проверим. Например, купим или продадим один контракт. Мы продали один контракт. И программа. Так, а стоп у нас не выставился. Отлично. Потому что это одна из типичных ошибок. Мы выбрали не тот код бумаги. Мы выбрали не текущий контракт. Нужно поправить Z2 контракт. Нажимаем применить. Позиция у нас открыта, и тут же у нас выставляется стоп и профит. Его можно перетягивать непосредственно на графике. Туда, куда мы считаем, он должен стоять. Профит также перетягивается независимо. Все, программа готова. И у вас работает. Вот, у нас сработал стоп. Итак, программа готова и полностью функционирует. Благодарим за внимание.